Мы выходим. Ага, вот так можно было идти. Ну да, еще раз проверим. В принципе, это вряд ли предугадает. Я хотел идти так и так. В общем-то, понятно. Я бы держался этого форта. Вот. Выходим на щит. Не самый высокий, но этой горы. Тут вот прекрасные видоки. Вот так я шел, я уже вижу, как я по этой горе лажу. А то было бы далековато. Если бы есть дорога, можно было бы дойти. Да. А винтовня? Где есть винтовня? Винтовня. Вон она. Вид за винтовкой. Вот где-то, где-то там. Сейчас еще раз. Вот тут вот где-то винтовня. Вот она. Вот винтовня. Можно было бы дошагать, но тут прилично шагать. Подобьем некоторые итоги. Форт 17-й остров представляет собой полупостоянное земляное одноваловое оборонительное сооружение, заложенное по плану обширного бастиона с перешейком, защищенным бастионом по плану Редан. Форт расположен на вершине холма высотой 297 метров над уровнем моря, со склонами, спускающимися к реке Сан и боковой долине Настависка, с С3. Короче, вышел я вот отсюда, от форта 17-го в острове. Вот тут вот панорама, вот там вот форт Крухель, Сыбай батарея. Вот на этой горе, не вот на этом холме, вот это форт Сюдмы Пролковцы. И вот я обнаружил, стонт она видна. Вот она видна. Сейчас мы ее увеличим до какого-то. Если только сейчас злапим. Значит, это вот это, ага, вот тут. У меня эта камера плохая, она дрыгается. Вот этот форт, вот. Вот этот фортик.
Вот этот форт, он виден по дороге. Да, Лентовня как раз то, что интересно осмотреть. Сразу видно сооружение и строение, а не так вот, как тут все под землей. Ну что же, друзья, сейчас будем делать обзорный фильм. Сбоку сопка узким горбом соединяется с более высокой сопкой 310,8 метра, на вершине которой находится батарея 19-я динамит. Мы ее посещаем в основной линии Нойона. Форт отделен от ядра долины, где сейчас расположены дачные сады, слонечный сток. Доступ к батарее осуществляется по бывшей крепостной подъездной дороге, ныне улица Лентовская. От бывшей дороги Рокада Ядро, ныне улица Марчина-Бельского, через крепостные ворота на острове. Площадь батареи около 2,4 гектаров. Здесь у меня старше. Вот мыслишь. Может, на сегодня старше. О, пенька. Посмотрим. Вот, друзья, вот такая вот панорама. Нам сюда вот сейчас мы тут скрутим. Привет всем, кто будет потом смотреть этот фильм. Стрим не буду делать, бо стримы почему-то не выходят, хотя как прекрасен этот мир, посмотри, т-т-т, супер. Ну вот, этот проход меня интересует, может, когда-нибудь выберусь. А вот это вот гора, по которой я тогда шел, вот эта вот площадка, где я встретил того птаха, который мне так и не удалось заснять. Потом я пошел, и вот тут видно, на этом вот месте, вот на этом месте, вот на этом месте форт 7-й Пролковцы. Сейчас тут лучше показать. Вот на этом месте форт 7-й Пролковцы. А тут я посередку встретил птаха и по этой дороге шел. Вот такие вот, да, друзья. А тут тоже пенькный видок, пенькный. Но бесяды то там, там-то страны. Точно полностью. Ну, добро. Идем и далее. Снимаем спуск горы. Прекрасные видоки. Вон там сам. Наша гора.
где-то вот диакрух, ну, повыше, чем вот это 358 метров, где форт брал ковцы. Ну и где-то еще повыше, может, форт Крухель-то тут, а не на этой горе, это я могу мылить. Да, чем вот это. Спускаемся. Используя камеру телефона, потому что я смотрю, у меня там вот это правая концовка. Где мой телефон? А, тут. Нельзя не снять такую красоту. Для какой-то проховни. Такое ощущение, что на этой проховне я был неделю назад. Но я не знал, что за объект. Ну, понятно, что он в острове. Ну, тут же, как говорится, целый комплекс. Вот этот форт стоял там. Как видите, тоже долина Сана. Она, в общем-то, имела определенное наблюдение, охват с двух сторон. Западной и восточной. Спускаться, не подниматься. Одно наслаждение. Ну и подниматься тоже, если знаешь, что идешь верной дорогой. Верной дорогой идете, товарищи. Так вот, когда идешь верной дорогой, то ощущения совсем другие, не так, как было у меня несколько раз. Поднимись на одну холму, на одну гору попачешь, ни хрена, блин. Спускайся на другую, на какую-то третью, через какие-то тропки, дорогу, наконец выходишь к объекту. Так как было у меня в основном в поисках форта Брюнер, форта Липовицы. Ну, поменьше там Липовицы, но в лесу непонятно, конечно, его значение это. Форта. В общем, комментировать можно абстрактно. Ну, вот даже если посмотреть, вот так вот планово снятый грунт. Но это просто когда проводили электричность, вот линию, эти вышки электрические, то тут, конечно, поработали. Порядили лес. Ну, а мы вот идем по старой дороге, уже нами пробованной, когда мы поднимались по навигатору. Сейчас уже без навигатора. Знаем, куда выходить на ту трассу и на автобус. На сегодня, наверное, хватит. Разве что, если на площади открыты музей с этими подземельями на Кшимыйской площади, где швейки и фонтан с Мисин. Может быть, мы бы посетили эти подземелья. Ну, не знаю, увидим. Ну и казалось, так недалеко, но когда я проделал определенную дорогу, трудно определить высокость наука. Наука видит, что сейчас вот я бы не дал преимущество ни одной, ни из этих вершин, ни той горы, ни этой, ни этой.
Ой, ну, да, мне надо будет все-таки детально проработать план с Ивановкой, фортом Иванова Гора, бо иначе куда бы не плутал и потрачу полдня и безрезультатно, наверное, какой-нибудь час-два. Надеюсь, что в Иванове в тем форте будут более интересные остатки сооружений, бункеров и прочее. Вот такой вот. Thank you.